Добрый день! Сегодня я хочу вам рассказать о замечательной коляске ЮЯ-175. Данная коляска действительно заслуживает своего внимания, ведь она очень удобная и с ней легко путешествовать. Вес коляски всего 5,8 кг. Вы ее можете взять прямо с собой в ручную кладь в самолет. Согласитесь, это удобно. И я расскажу вам об основных параметрах данной коляски. В данной коляске есть удобный подстаканник, который подходит под любую бутылочку. В комплекте мы с вами можем увидеть москитную сеточку, инструкцию, бамбуковый коврик и дождевик полностью на всю колясочку. Также есть такой крючок на руку, чтобы коляска от вас никуда не делась. Также у данной модельки у нее увеличенный капюшон, если мы с вами посмотрим. Также есть смотровое окошечко, регулируемый бампер. Его можно установить к себе, также от себя. Также к нему можно прикрепить подножечку для ребеночка. Есть защитный бортик изголовья и расширенный матрасик в данной модельке. Также пятиточечные ремни безопасности. Алюминиевая рама у данной коляски, прорезиненные колеса, что позволит вам не замечать камней под колесами. И также у вас не будет следов на колесах данной модели. Также есть ножной тормоз и вместительная корзина до 3 кг. Вы можете с собой переносить. Если сравнивать эту модель со 165-й моделью, мы с вами видим такие отличия, как регулируемый бампер, расширенное местечко, матрасик, защитный бортик у изголовья, увеличенный капюшон, крючок на ручку и дополнительный кармашек. В 165-й модельке его нет. Отличий немного у данных моделей. Сейчас я хочу вам показать, как она легко складывается. Для того, чтобы ее сложить, внизу в корзине у вас ничего не должно быть размещено. Одним удобным движением руки мы с вами сложили коляску. Взяли и пошли в путешествие. Сейчас я вам покажу, как ее можно легко разобрать. Одним движением руки и ваша колясочка разобралась. Спасибо за внимание. Если у кого-то остались вопросы, пишите в директ.